Юридические новости. Россиян предупредили о новой ловке охотников за голосами в интернете. Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок – просьба записать сообщение для студии звукозаписи. Звонящие утверждают, что они проводят кастинг озвучки фильма или рекламы. На самом деле им нужен образец голоса, чтобы потом с помощью нейросети генерировать просьбы к родственникам этого человека или взять кредит на его имя. Пока такой способ выглядит несколько фантастическим, но случаи воровства сообщений для подделки голоса уже были, а технологии не стоят на месте. Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам. Да и вести долгие беседы с неизвестными тоже не следует, особенно если появились сомнения, что они те, за кого себя выдают.